Приветствую всех на своем канале. Сегодня у нас меню вот такие, пушистые, воздушные, очень вкусные пышки-пустышки. Но прелесть их еще и в том, что делаются они буквально за 5 минут. Тесто для них хранится в холодильнике 3-4 дня. И я понемногу, свеженькие, жарю на завтрак своим домашним. С медом, вареньем, сгущенным молоком. Они идут на ура. Что нам потребуется для теста, вы сейчас видите на экране. Но из этого количества продуктов получается много выпечки. И если вам столько не нужно, уменьшите количество продуктов в 2 раза. Но я из этого же теста делаю также пирожки со сладкой и несладкой начинкой. Можно из него сделать и беляши. Как видите, мы в чашу со сметаной и кефиром добавили растительное масло, сахар, соль, соду и размешали. Теперь высыпаем часть просеянной муки и разрыхлитель. И начинаем замешивать тесто. Сначала ложкой, а затем рукой, прямо в чашу, постепенно подсыпая оставшуюся муку. Тесто должно получиться мягким, слегка липнущим к рукам. Убираем его в целлофановый пакет и в холодильник, а затем понемногу используем, когда нужно. Вот это тесто у меня сделано 2 дня назад. Надеюсь, вам видно, какое оно пузырчатое и воздушное. Я прямо на стол наливаю немного растительного масла, обмакиваю в него руки и отрываю руками прямо из пакета кусочки теста. Формирую лепешечки на столе, использую тоже масло, не подсыпая никакой муки. И видите, какое мягкое и даже липнущее к рукам тесто у нас должно быть. И вот такие лепешки обжариваем на хорошо разогретом масле до золотистого цвета с обеих сторон. Жарятся они очень быстро, буквально по полминутки с каждой стороны. Посмотрите, как сразу же поднимается и начинает пузыриться тесто. Таким образом, быстренько, буквально чуть-чуть, сколько нужно на завтрак семье, я приготовила свежие пышечки. Но даже остывшие на следующий день, они остаются очень мягкими и не черствеют.